Дамир Рахматов профессионально занимается футболом 3 года. Играет нападающим. Его мечта – встретиться с Роналду. А пока юный спортсмен демонстрирует свои силы в первом этапе турнира среди дворовых команд «Лето с футбольным мячом». Нам понравилось то, что у нас против нормальной команды играла. Ну, у нас тоже команда тоже нормально играла. Я хочу победить. Гостей спортсменов принимала 174-я школа. Ее ученики становились победителями турнира 5 раз. Сегодня на поле вышли 8 команд из железнодорожного района. А ежегодно в турнире принимают участие свыше 30 тысяч юных футболистов. Школа активно участвует, ребята активно участвуют во всех практических событиях, связанных и не только с футболом. Спортом школа живет. Я всегда говорю, если мы ребят не займем здесь, на стадионе, в школе, на любых других мероприятиях, то ребят найдут себе занятия явно не очень положительные. Проигрывал конкуренцию, конечно. Настрой, конечно, боевой, выиграть, как обычно. Первое место только. Цель ежегодного турнира «Лето с футбольным мячом» – популяризация спорта среди детей, вовлеченность родителей и педагогов и пропаганда здорового образа жизни. Мне нравится этот вид спорта, детям, с которыми я занимаюсь, тоже нравится этот вид спорта. В наше время особенно это важно. Детей надо вытаскивать на улицу. Надо, чтобы они занимались спортом, убирать у них телефоны и чтобы минимальное количество гаджетов у них было. До 11 июля будут проходить соревнования в городских округах и муниципальных районах Самары. С 12 июля по 15 августа – этап групповых и зональных соревнований. А финальные матчи пройдут с 16 по 31 августа. Полина Чулюкова, Григорий Плешаков. События.